Привет, вы на канале «Правильный выбор», и в этом ролике я расскажу о телевизоре Haier Smart TV S1 диагональю 32 дюйма. При установке на подставку телевизор имеет следующие габариты: 72,3 см в ширину, 43,3 см в высоту и 8,9 см в толщину. При этом он будет весить 3,7 кг. Также предусмотрен настенный монтаж. Для этого понадобится VESA-кронштейн размером 10 на 10 см. Безрамочный дизайн – это максимум погружения в изображение и безграничное удовольствие от просмотра, плюс современный внешний вид вашего телевизора. Если вы рассматриваете покупку этого телевизора, то обязательно загляните в описание под видео. Там мы оставили ссылки на проверенные магазины и специальный скидочный промокод, который позволит приобрести телевизор с максимальной выгодой. Телевизор оснащен Full HD дисплеем с диагональю 32 дюйма, частота обновления экрана может достигать 60 Гц. Матрица имеет подсветку Direct LED. Телевизор имеет два динамика с общей выходной мощностью 16 Вт. Систему домашнего кинотеатра или саундбар можно подключить к телевизору через оптический аудиовыход или с помощью кабеля HDMI. Телевизоры Haier позволяют насладиться объемным звучанием без дополнительного оборудования. Никаких незапланированных трат, просто включите функцию Simulated Surround Sound и погрузитесь в мир живого объемного звука. Использование цифрового улучшения звука DBX TV в сверхтонких телевизорах позволяет эффективнее использовать встроенную акустическую систему. Звучание становится сопоставимым с динамиками значительно большего размера и мощности. Теперь вы можете насладиться масштабным звуком без дополнительных акустических систем. Телевизор работает под управлением операционной системы Android TV 11.0. Она поддерживает множество сервисов для просмотра фильмов и сериалов. Android TV – это простой и элегантный интерфейс, игры и приложения из магазина Google Play, YouTube на большом экране, голосовой поиск и управление Google Assistant, отображение экрана вашего смартфона на экране телевизора при помощи Chromecast, а также самые популярные фильмы, сериалы и телеканалы от Иви, Кинопоиска, Окко. Google Assistant открывает широчайшие возможности по взаимодействию с вашим телевизором при помощи голоса. Найти фильм или сериал, узнать прогноз погоды, открыть настройки, просто сделайте голосовой запрос Google Ассистенту. Технология Chromecast позволяет выйти за рамки маленького экрана. Теперь вы можете транслировать контент со смартфона, планшета или компьютера на телевизор в любом приложении, поддерживающем встроенную технологию Chromecast для платформы Android TV. Современная беспроводная связь Bluetooth 5.1 в телевизорах Haier позволяет легко и быстро подключать различные устройства и передавать информацию и файлы с ваших смартфонов и планшетов. Запустите приложение Evo и получите доступ к самым интересным фильмам и сериалам в подборках от редакторов Haier, удобному поиску контента от ведущих российских видеосервисов, а также подаркам и акциям от Haier и партнеров. С помощью телевизоров Haier можно всегда воспроизвести фильмы, музыку, фото или другой контент с USB-накопителя. Просто вставьте флешку в специальный разъем телевизора, и вся информация на ней станет доступна для использования. Благодаря использованию новейшего беспроводного стандарта связи Wi-Fi 5 ГГц, телевизоры Haier обеспечивают максимальное качество воспроизведения и быструю загрузку необходимого контента в ваших любимых приложениях. Я внимательно изучил отзывы владельцев этого телевизора и выделил его основные недостатки. Подтормаживание операционной системы. Фото не растягиваются автоматически. Не проигрывает 4К. Ножки пластик. Малый объем памяти ОЗУ и ПЗУ. А вот что пользователям понравилось больше всего. Функциональный. Не слишком большой. Для кухни оптимальный вариант. Android 11. Full HD экран в такой диагонали. Хороший звук. Радует наличие голосового помощника. Wi-Fi поддерживает 5 ГГц. На этом все. Напоминаю, что в описании под видео находятся ссылки на магазины и скидочный промокод. В комментариях можете делиться мнением насчет этой модели. А если хотите больше обзоров на телевизоры, то подписывайтесь на канал и ставьте лайк. До скорых встреч!